Сразу по хардкору, да? Да. У нас пачка такая заряженная. Правда, 4 паладина. Ну-ка, не, на крестность я не вижу. Мне нужны все 4 бафа. Пивка три севком. Сове. Сове. Катрисия в РДД ни разу не стояла, так что ему рассказывай. И терсминог не знает. Вот звездочка, на нее ориентируйтесь, как в случае выпрыгивать. Вторая пати справа, первая слева. Тактику расскажи, вот сейчас, блядь, на лучах лайтнется. На лучах на звездочку смотрите. С гейзеров будем выбегать. Подальше просто от Рошама стойте, чтобы его двумя гейзерами не убило. Если вот на него кружок поставим. Если что, сбегаться. У нас миликов 5 штук. Ну вот, милики. Милики возле собаки стартуют. Все, дает что-то. Сагро, смотрите, осторожно там. Паладин, чтобы набрал. Все, вот ту зеленую словил, двигаемся. А фиолетовый постоянно прыгаем. Смотрите, на ком первые гейзеры будут. Потом они будут чередоваться. На меликах. Были уже? Но еще не было. Вот на РДД. От сотрясающего отбегать надо. Берегитесь. Я в меня не забегаться, я это сам точку прожму. О-о-о. Да, он ебаный, блять. Бегите или умрите. Вон, вы выбегайте, случай. Теперь выбегайте вы в обратном. Терсминок не успела. Теперь прохиливай дамаг. Да все, падайте, давайте заново начнем тогда. Берегитесь. Два ДД лежат. Сбегайтесь в одну точку. Терсминок, там надо выйти с луча с одного, потом в то место обратно вернуться, откуда выходил. Я сразу сказал. Расскажи. Это я, потому что сдох. Словил дезориентацию, а в ней точка не прожимается. Умрете. Говно ебаное. Вон, если что, есть еще водикон. Второй ориентир, тебе терсминог. Прям не хиль, нихуя не делай. Просто на этих рельсах посмотри либо на звезду, либо на ромбик. И сделай так, как эти метки делают. Короче, на поездах сначала становишься на незакрашенную полосу. Как взорвалась закрашенная, перебегаешь на ту сторону. Вот и все. Если звук включен, там получается, вот стоишь незакрашенной, прошел сигнал и перебегаешь на вторую полосу.
Врубай, готов. Все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Дайте Гейру. Герус пол тут бьет. КД, может? Да, Геру, давай. Блядь. Я понял, блядь. Берегитесь. Поезда. Бегите или умрите. Берегитесь. Вот тварь. Какого хера? Там кто там? Бегите или умрите. Вы умрете. Берегитесь. Только крылья врубил, сука. Уйди, 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 сдохнешь. Так. Спасем его, он сдохнет, блять. Это последний хил. Придется хилить. Он же конфликт. Ай, блять, хули. Падаем. Или чё? Попробовать можно. Пучка есть. Ты дамажь, я похилю.
штучка еще есть. Закинь, кстати, Инер, если есть. Кинул. Берегитесь. Ой, бань, сбился каст. Бегите или умрите. Оо. Все, очко нахуй. Надо убегать, но некуда было. Есть у шамана спек. Он там паладин спрашивает. Вопрос, какой спек у него? Ну, получается, да. Да, да. Спекнулся паладин, но он даже не спекнулся еще. Катрисия, кинь ему инер, быстрее откадышится. О, лестница ванна. Паладин, он может в РДД зоне похилить. А Катрис, ну, да, у него снова спек же, кот. Вы же в пати других. Хпал, иди туда. А ты туда иди, Катриси. Геру. Бегите или умрите. Рыба сбегает. А, он хочет, видимо, скинуть сам. Да.
берегитесь. Еще баный в рот. Ну, Кодикона спасаем. Бегите или умрите. До пеналь. Так, шо там, сука, не на аэродром? Ну, неплохая, ну хня. О! Кому надо? Ой, сразу с чаркой нормально. Кому надо? Подожди, поезд. Что там за чарк? Прит? Прит. Ладно. Вадикован, Катрисе, надо вам на аэродром? Мне нет, не нужны. Так, вот этот молоток, кому надо? Пояс латный с критом, кому надо? Хороший, кстати, да? Эх. А тебе что, Иване не надо? Хорош. Пока камнями сделал. Так, пет кому надо? Терсминок надо тебе? Ты вон, пет разбойник. Ну, кому надо там, не знаю. Вот это габаф, которые встают, вот эти вот челики, они работают в рейде? Нет. Три хила надо. На среднего пойдем. Ну, кто там похилить хочет? Шаман? Шаман нормальный. Цепухи одни кастовать, все. И если что, расскажу тактику, она не знает. Да там тактика, цепухи кастуешь и все. Ну да. А черный пол, а сферки, а бублики. С черного пола. А погружение. С бублика выходить, с черного пола выходить. В бублики только по команде заходить. И если сферка у тебя над головой, нельзя выходить с ней. Ей без разницы на сферке, она этим ДД пускай занимается. Она должна хилить просто и все. Будет ЛМ играть, тогда может подумает про сферки. Так. Я имею в виду сферка, то что над башкой метка закрывать, понял? Ну, так может ДДшник подойти. Она в центре обычно стоит, подойдет какой-нибудь ДДшник и все. Вадикон там. Или я. Ну, короче. Просто цепуху кастуешь на дыхание. И все. После вам вон там палов дохуя. Ну, на первое не надо ничего. А вот когда после 50%
На первое дыхание пускай дает этот. На первое как раз пусть дадут. Там будет и черный пол, и дыхание одновременно. Ну вот, паладин сдаст. Ты сдашь тогда, когда если будем в ублике заходить. Ну, если будем быстро убивать, то на дыхание просто дашь. Но Виланис вырубаем там этот мастера на тьму, да и все. Ну плюс у меня гем есть, у Ниола. И Ниола на свое усмотрение даешь. Я тоже там не знаю. Бублики будут их выносить за решетку. Вот на полу решетка. На тебя метка повесится, и там таймер будет. Тебе надо будет вынести. Все, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Да, сейчас будет рофл, если выпадет ревност. Ага. Такой воет пизду эту игру нахуй. Вот черный пол, выходим с него. Вроде прохиливает. Сокрус, да. Так, вот портал. Он сейчас... жизнь или пойдет. Даже незаметно. Хилы мощные. И походу на танка. Ой, милики, там лужа, выходите с нее. Да давай проходи, блядь, зараза. Ну он кастует, видишь, он такой. С бубликов выйдите, чтобы вас хилить могли. Блядь. На хп сдал. Выходим бублики еще. Неола, готовься на следующее дыхание на хп сдавать. С бубликов выходим. Дамажим. На следующий будешь на хп сдавать. Вот давай на хп Ниола. Нахиливается нормально. Черный пол, смотрите. Еще бублики. Заходим в бублики. Прожимай массакру. Все, теперь выходим с бублика. Значит, горил надо на бублике стоять. Ну ладно. Пофиг. Это? О, запад дай мне. Милики, вам же ж не надо? Да нет. У меня чарки все есть. Посох Крит Хаст кому надо у нас? Неола надо тебе? Тогда не распыл. Так, а вот этот надо? Ткань, что это? Так они по очередности гламорчин сдают на тьму. Короче, возьму. Под каждое дыхание. Они одновременно с этой аурой были. Они как меняют? Через книжку, да? Ну, через книжку можно всем троим взять. Ну, на первую я сдавал. Чувствовалось, не чувствовалось. Но обычно ауру убирают и ставят. Так тоже не сложно.
Ножка покумекать и все. Да, может, болим. Не-не-не, будь в хиле. Хилы пока будут метку выносить. Да, ну, чтобы нормально было. Ну, давай так. Чтобы и него там мозг диспел дал, и два хила хилили в это время. Тебе, как в Варшаме, становишься спиной и сразу босс. И хили. Будут метки, короче, надо с меткой вынести метку, короче, из рейда. Через 3 секунды из метки разольется лужа и выбегает из лужи. Ну плюс будет магия, надо диспелить. Шаман не диспелит. Не пофиг. Цепоху кастует и все. Метки выносить. Берегите. Вернулись. Метки. Обернулись. Метки. Владикон Христос. Отвернулись. Ревностный нахуй. Не в этой жизни, да? Ну, блять. Тебя что-то там пробивает. Берегитесь. Вернулись. Тут даже есть ачивка ж на Гагана. Не попад. Ну, под фир вообще. Никому. Долбоёб. Ой, блядь. Я тоже долбоёб. Тучку прожал. Вот хильте Войда. Тучка кончилась. Там брёбай как сдох. Нет, бежал. Потрясающе. Вадикон Войда, Катриси Бурибай, лесите. Отвернули. Терсминога Катрисия, потрясающе. Отвернулись. Че, Буря Байер рез. Только Триси не видишь. Ну, два Байера. Было два Байера. Нет, дал не Байер. А у него КД, наверное. ФКД. Да, Байер ФКД. Отвернулись. Пытку, кстати, спиной можно кастовать. Ну шо там, бля, ревностный? Сука! Вот смотри, вот. Не, ну это урон, да? Это не Мишкина чарка, просто урон. Тоже нормальная тема, конечно, но урон. Это не на Мишку, либо ревностный, либо на вещи. Норм тема.
Кому топор надо? Бля, в ЛФГ только что... Ну, можно мне скинуть. Хотел купить, нахуй. Я хлюдринку закинул. Авелания тебе? Да. Так, пояс надо кому-то, друиды? Так, тоже на распыл. Ну и шапка. Не, дай пояс проляю тогда. Спасибо. Что, вы закрыли-то тогда? У хулидринка. Да. Ну так, и... А там, если пойдете? Капюшон тоже на распыл. Все, я, короче, пойду посплю. Давайте, ПБ. А, я давай. Бы поел. Так, я пока отвалюсь. Давай контракт. Чуть попозже подойду. Контракты. Да сейчас я через минут 10 могу пойти.